Давайте спрячем вот этот объект, потому что мы его закончили. Сделаем для этого объекта такой материал, то есть материал TMP красный цвет. Ой, простите. Так. Применяем на него, потому что это знак того, что вот этот объект нельзя использовать в финале. Так, и поэтому просто спрячем. Так, начнем мы сверху. Давайте так сделаем. Вот этот объект. Так, развертка. Хотя нет, давайте сначала соединим с этим объектом. И вот так вот. Так, развертка. UV. Unwrap UVW. Open. Так. Выделяем все полигоны. F2. Окей. Выделены все полигоны. Теперь flatten mapping. Вот, в принципе, вот так можно было бы оставить, но давайте соединять, чтобы было более правильно. Так. Выделяем вот эти грани. Так, вот эта грань. Stitch selected. Hop, hop, hop. Stitch selected. Так вот. Hop, 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 hop. Stitch selected. Вот так вот. И stitch selected. А хотя нет, там ничего нет. Так что все у нас соединено. И остается только вот так вот сделать. Stitch selected. Stitch selected. Окей, готово. Теперь разберемся с этой частью. Stitch selected. А, нет, не работает. Так, stitch selected. Stitch selected. Stitch selected. Вот так вот. Вот эти вершины тоже. Угу, теперь готово. Теперь пак. Пакуем. И конвертируем. Так, вот эта часть готова. Можем ее тоже спрятать. Так, переходим к цилиндру. Этот цилиндр также открываем. Так, тут что не так? Давайте посмотрим. Маппинг. Тут особо не важно, где будет шов. Главное, ну давайте сделаем шов снизу. И вот так вот соединим. Stitch. 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 Так вот. И вот эти полигоны. Так, что это такое? Интересно. Что-то я неправильно включил. Ладно, ничего страшного. Так, выделяем вот эти грань и стич. Тут то же самое. Стич. Вот так вот, чтобы они вместе ходили. Так, конвертируем. Теперь вот этот circle. Unwrap. Для этого сделаем следующим образом. Так. Можем вырезать. Так. Нет, хотя сразу можно вот здесь сделать. Выделяем грани. Так вот. И внутри тоже. Где-нибудь вот так вот здесь. Тут просто 9 граней, поэтому нету такого ровного ровных граней с другой стороны. Так, нажимаем loop.
Вот так вот. И конверт. Вот так вот. И делаем так. Выделяем полигоны. Указываем один полигон. Нажимаем сюда. Pelt. Start Pelt. Relax. Commit. Все. Теперь с другой стороны то же самое. Выделяем один полигон. Нажимаем сюда. Pelt. Start Pelt. Relax. Оу. Ладно. Нажмем еще раз Quick Pill. Тут то же самое. Quick Pill. И давайте соединим их вместе. Так вот. Нет. Отключаем вот этот, вот эту кнопочку. Stitch Selected. Вот так, пускай они вместе ходят. Так. Custom. Pack. И вот эти части давайте соединим. Attach. И пока что спрячем. Окей. Так, вот этот индикатор. Unwrap. Теперь делаем следующее. Полигоны. Снимаем выделение. Mapping. Flatten mapping. Окей. Remove texture. Окей, тут надо опять-таки вот здесь шов пускай будет здесь, поэтому давайте сюда сдвинем и снизу соединяем Stitch Selected, Stitch Selected и Stitch Selected. Ага, все, готово. И так, тут делаем следующим образом. Так. Эту часть мы сделаем совершенно отдельно, потому что там мы делаем текстуру с всякими там значениями, и курсор такой будет. Стрелочка. Так, и так, вот этот полигон надо соединить с этим. Тычь пускай вместе входят. И вот эти полигоны тоже, что ли. Можно было бы сделать их вместе. Хотя не стоит. Мы соединим вот эту часть с этими полигонами. Так, вот эти полигоны. Так, отключаем. Ignore backfacing. Вот, выделяем вот так вот. Нажимаем Grow. Вот. Теперь перемещаем сюда и нажимаем следующим образом. Так, нажимаем Pelt. Star Pelt. Хотя нет. Хотя нет. Отмена. Так, что же можно сделать? Так, давайте подумаем. Можем сделать следующим образом. Отключаем Display Sims. Вот. Ах, уже создались. Давайте отключим. Делаем вид, что их нету. Давайте покажу процесс. Выделяем, а нет, выделяем грань, то есть не так, подождите-ка, отключаем пока что, выделяем грань, loop, выделяем грань, loop, так вот, и еще надо выделить вот эти грани, так вот. Да, и делаем конверт. Вот так вот. Выделяем полигон 1. Нажимаем сюда, потом Pelt. Start. Relax. И Quick Pill. Готово. Так. Вот эти полигоны. Их мы просто возьмем и соединим. Вот так. Stitch.
stitch. Stitch, stitch. Окей. Так, вот это что? Ага, отдельно сделаем. Все готово. Пак. Пак, пак, пак. А. Можно было соединить вот так вот. Ну, давайте сделаем следующее. Stitch selected. Пускай вместе входит. Чуть-чуть. Снизу. Stitch. Нет, наоборот. Нет, все-таки вот здесь. Stitch selected. Да. И тут... нет, пускай он пускай отдельно ходит. Так, пак. Конверт. Окей, готово. Хотя нет. Давайте, стойте, стойте, стойте. Видите, вот квадратики должны быть квадратиками, а не такими прямоугольниками. Так, что не так? Вот, вот здесь что-то не так. Давайте посмотрим. Давайте сделаем quick pill. Так, что с тобой не так? Так должно быть. И вот здесь. Давайте посмотрим. 16. 16 должно быть правильно. Квадратики должны быть. Вот. Quick pill. Нет, relax. Давайте попробуем relax. Все-таки из-за того, что мы сделали вместе вот эти части, как-то криво пошло. Но, в принципе, тут только чисто металл. Там особо разницы нет. Тут правильнее было бы сделать вот этот полигон отдельно, вот этот тоже отдельно. Вот эти полигоны тоже отдельно. Ну, давайте не будем на этом останавливаться. Давайте продолжим. В принципе, не такая большая часть. Вот. Так. Конвертирую. То есть прячем. Так, вот эти два объекта соединим. Вот так вот. Вот этот полигон можно удалить. Потому что он невидимый. Так. Правильно будет вот так вот поставить. Окей. Так. Unwrap. Полигоны. Снимаем выделение. И flatten mapping. Так. Теперь. Давайте посмотрим, где у нас должен быть шов. А, вот здесь. Ну, надо отсоединить вот это дело. Detach. Так. Stitch. 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 Все, готово. Так, тут то же самое. Так, вот здесь вот Detach. Нет. Брик. Вот так вот. Стич. 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 Окей. Так. Остались вот эти. Соединяем. Стич. Стич. Окей, теперь немножко сделаем пелт. А, нет, купил. Нет, сделаем релакс. Релакс. Окей. Готово. Пак. Конвертируем. Прячем. Так, шланг. Вот эти полигоны можно удалить. Вот эти. Вот это тоже.
Так, и unwrap. Делаем следующее. Выделяем линии. Вот эти. Делаем loop convert. И делаем следующее. Выделение полигонов. И belt. Оп. Ну ничего страшного. Попробуем quick build. Готово. Так, легко и просто. Так, custom pack. И готово. Так. Так, вот эта часть. Я включаю backface call to jill, потому что я хочу увидеть, правильно ли настроены нормали на объекте. Вот. Так, unwrap. Так, снимаем выделение. Set mapping. Окей. Так, это верхняя часть, окей. На нем и будем концентрироваться. Stitch selected. Stitch selected. А, тут там ничего нет. Так, так. Вот эта часть где? Вот она. Stitch selected. Stitch selected. Stitch. И stitch. Вот так вот. Так, нижняя часть. Давайте соединим. Так. Угу. А эту попробуем так. Stitch. Да, в принципе, норм. Норм, норм, норм. Так, сделаем relax. Попробуем. Оп. Упс, сори. Ctrl Z. Попробуем Polygon Angles. О, все. Получилось очень даже неплохо. Пак. Конверт. Mm-hmm. Теперь закончили с этим. Теперь вот эти два объекта соединяем. Конверт. Polygons. Attach. Включаем backface call to jill. Его можно найти. Object parameters. Properties. Вот он. Так, опять делаем следующим образом. Хотя можем оставить его так. Цилиндр так. И это тоже так вот. Так, custom pack. Можем соединить эти вершины. То есть вот эти полигоны с боковыми полигонами. Stitch. Теперь делаем. Ой. Простите. Надо сделать так. Надо сделать зеркальное отражение. Оп. Вот так. А потом соединять. Вот Stitch. Теперь все правильно. Так, делаем relax. Все. Готово. Пак. И все вроде части. Да. Мы сделали. Теперь выделяем основную часть. Вот это давайте спрячем пока что. Основную часть. И attach всех объектов. Ctrl A, attach. Все это как один объект. Как переводится. Огнетушитель. Давайте посмотрим. Огнетушитель. Вот так вот. Extinguisher. Огнетушитель. Гаситель. Extinguisher возьмем. Вот так вот. Extinguisher. Угу.
reset xform, обязательно надо делать его, можно найти здесь вот, reset xform, и конвертировать. То есть вы можете здесь найти reset. Я вытащил, по-моему, из-за этого тут его нет. По идее он должен быть здесь. Я вытащил сюда. Вот. Reset Xform. Так. Готово. Теперь unwrap UVW. Вот, вот такая вот каша у нас. Нажимаем. Так. Custom. Custom. Все, теперь они все готово для создания текстурки. Ну, давайте сделаем более такие логические части. Например, вот эти части с резиной мы делаем в одном месте. Вот шланги, и вот эти боковые, и вот эти крепежи, вот эта часть тоже. Так, давайте я поставлю так, чтобы видеть, где что находится. Так, резины. Давайте сначала разберемся с резинами. Вот. Давайте резину наверху сделаем. Вот так вот. Вот. И так. Поставим сюда. Так, еще вот. Дальше. Так, шланг. Вот он. Давайте повернем его вот так вот. Так, если повернуть, то... О! Если повернуть, то гораздо больше места мы экономим. Так, давайте заново. Окей. А потом резиновая часть, вроде все. Так, вот эти для них мы потом сделаем место. Так, вот так вот. Окей. Так, теперь красную часть. Так вот, и вот эти части, вот этот. Красные части, вот они. Так, давайте посмотрим. Значит, вот этот надо, и вот этот сдвинем наверх. Пока что вот так вот, и выделим место вот здесь вот. Можем сделать вот более правильно. Нижняя часть снизу. А, вот так вот. И так вот. Чуть поменьше сделаем. Окей, рычаги. А тоже красной части, по идее. Так. Можем повернуть вот так вот. Его опять-таки тоже можем поменьше сделать, потому что он находится снизу. И его как бы не так особо заметно будет. Вот поэтому поставим так. Так, красные части. Готовы. А это что? Это хромированные части. Вот хромированная часть. Вот. Так, вот это делаем его. Вот здесь вот. Побольше места. Чуть-чуть увеличим. Чтобы была текстура более четкой.
Так, хромированная часть. Это тоже хромированная часть. Так, вот эти тоже. Нет. Вот это другое. Тут должен быть желтый цвет. Так, поставим его сюда. И вот это хромированные части. А, нет, хотя нет. Вот это резина должна быть. Так, поставим хромированные части сюда. Вот так вот. Готово. Теперь можем приступать к текстурингу. Так, давайте конвертнем. И в следующем уроке мы рассмотрим, как текстурировать вот этот готовый наш объект с UV-шками. Окей, встретимся на следующем уроке.